Посмотрите, какой кошмар. У меня опять течет крыша. Вот это все падает, капает вот сюда вот. Посмотрите. В ЖЭК звоню, они просто даже не берут трубку. Печенская районная администрация просто никого не интересует. Мало того, что эти сосули огромного размера, посмотрите. Они просто могут вот здесь вот упасть и убить людей. Здесь, видите, ходят люди. Видите? Это все может закончиться очень плачевно. Посмотрите, как промерзшее, все это течет в квартиру. Это просто какой-то ад. И это продолжается просто уже много-много лет. Я обращаюсь, я с ними ругаюсь, и всем все равно. Смотрите, вот оно все течет мне в квартиру. Вот мой дорогущий ремонт, которому потихонечку подходит к хана. Вот это все капает мне. Вот, посмотрите. Я только весной сделала ремонт.